Японский ансамбль «Кодо» носит именно такой культовый статус. Европейская публика оценила восточную музыку во многом благодаря «Битлз». Именно они представили аудитории индийского музыканта Рави Шанкара. Вслед за индийской европейцы открыли для себя музыкальную культуру других стран Азии. Мир стал глобальным не только в экономике, но и в культуре, и теперь сложно представить себе музыкальную афишу европейской столицы без индийских, китайских или японских артистов. Действительно, в Африке, в Азии, в Индии, в Китае, в Японии ритмы очень сложные, и барабаны являются очень-очень важными инструментами. И, конечно, в Японии особенно, это такое великолепное зрелище, это представление, это не только концерт. Потому что даже я могу сказать, что это хореография. И даже немножко эротическое. Японский ансамбль «Кодо» играет на барабанах «Тайко». Само название можно перевести как «Дети барабанов» или «Стук сердца». Теперь он стал символом японских барабанов. Их концертов ждут во всех странах мира. Многие критики считают, что после ухода легендарного Рави Шанкара именно «Кодо» заняли его престол и стали кумирами поклонников неевропейской музыки. В Японии концерт ансамбля может длиться 6-8 часов. Подобные выступления требуют многочасовых ежедневных репетиций и полной посвященности музыке. Ансамбль «Кодо» живет на острове Садо в Японии. Это вроде бы своеобразная коммуна, почти как монастырь. Они встают очень рано, барабанят каждый день, может быть, 6-8 часов. Также имеют очень интенсивные тренировки физические, потому что, видите, эти палочки, у них как, ну, такого диаметра, может быть, 5 сантиметров, это требует очень большую энергию и силу. И как это ни странно, даже женщины барабанят там по 6-8 часов в сутки. Для европейцев «Кодо» подготовили более приемлемую программу, которую можно назвать, если не шоу, то неким действом. Там, помимо барабанов, есть и другие инструменты, и даже вокальные номера. Японские музыканты выступают в Таллине во второй раз, и теперь выбран просторный зал Nokia, чтобы более соответствовать динамичному звучанию ансамбля. Единственный в Эстонии концерт состоится в предстоящий понедельник. Думается, что он оставит неравнодушными и тех, кто интересуется восточной музыкой, и тех, кто решился сделать первый шаг. Риск лишь один – навсегда полюбить музыку, некогда казавшуюся дикарской и нелепой. Владимир Михалков, Сергей Попредуха, Первый Балтийский канал.